Весенний мир Шотландии. Мешок у нас весит 35 килограмм. Первым у нас идет марка H&M. Это у нас женская куртка. 14 английский размер. Так, размер Элька. Это у нас мужская рубашка. Пуговицы все на месте. Следов износа нет. Кстати, марка называется Mark & Spencer. Седер. Вуд стоит размер указан М. Это у нас новая рубашка с этикеткой марка Атмосфера. 8 английский, 36 европейский размер платья. Так, M&S Collection. Вот такая вот женская футболка. Размер, к сожалению, не указан. Марка Папайя, 12 английский размер. Это у нас жилетка. Так, футболка Пола. Здесь у нас размер указан XL. Также без следов износа. Mark & Spencer, 12 английский размер. Так, спортивные штаны, я так понимаю, следов износа нет. J Jeans, размер здесь указан 6. Вот такая вот рубашка детская. Марка Tuch, 12 английский размер, свитер. Так, и толстовку с капюшоном марки F&F, 6 английский размер. Здесь у нас также следов износа нету. Так, еще один свитер марка Papaya, на 12-14 лет рассчитано. Вещь новая с этикеткой. Толстовка с капюшоном на 5-6 лет, также без следов износа. Так, марка New Look, размер указан Элька, следов износа также нет. Вот такой вот комплект, здесь у нас, по-моему, футболка на 8 лет рассчитана. Так, 86,92, детские штанишки, также без следов износа. Так, майка, 18-24 размер. Майка марки Атмосфер, 6 английский, 34 европейский размер, также следов износа нет. Марка Top Shop, 38 европейский размер, вот такой вот платьице. Так, еще одно платье марки River Island, 14 английский размер, вещь новая с этикеткой. Так, 31-30 указан размер следующей вещи, это у нас джинсы. Следов износа на штанинах нет, состояние отличное. Так, 14 английского размера, вот такое вот платье опять же. Блузка марки Mark & Spencer, по ощущению похоже на полиэстер. Так, M&S Woman, это у нас опять же платье. Также без следов износа. Так, марка Перуна, 16 английский размер, следов износа на рукавах и воротнике нету. Так, шорты новые, размер указан 2XL, велосипедные, по-моему. Так, марка Top Shop, 36 европейский, 4 английский размер, это у нас юбка, бюстгальтер. Здесь у нас марка Esoliver, размер указан 34D. Ну ладно, 34D указан размер. Марка Pia Fox, это у нас 16 английский размер. Вот такая вот куртка с небольшим ремешком. Следов износа на воротнике и на рукавах я не вижу. Так, H&M, 36 европейский размер. Это у нас платьице без следов износа. Следом у нас джинсы идут. Марка Topman, 32 размер указан, следов износа на штанинах нету. Марка Oasis, размер указан M, это у нас хлопковая майка. Так, марка Буфу, 10 английский, 36 европейский размер, также без следов износа. French Connection, размер указан 2XS, это у нас вот такие вот джинсы, тоже следов износа нет. Так, новое платье, здесь у нас размер указан 2XL. Вещь, опять же, с этикеткой идет. Так, бомбер марки Cedarwood State. Размер указан M-ка. Следов износа на рукавах и воротнике также нету. Так, блузка. Здесь, к сожалению, размер не указан. Так, марка TG. 10-12 размер здесь указан. Это у нас футболка Пола. Марка New Look. 10 английский размер. Платье. Denim & Co. Размер здесь, к сожалению, не указан. Детские вот такие вот джинсы. Блузка. Также следов износа нет. Так. Футболка, по-моему. Вот так. А нет, просто футболка. 46-48 размер. Опять же, новая вещь с этикеткой. Майка. H&M. Европейский размер M-ка. Это у нас вот такая вот рубашка. Следов износа на рукавах нет и на воротнике также. Пуговицы все на месте. Следом идет у нас блузка, 14 английский размер. Следов износа также нету. Платье. Здесь, к сожалению, размер не указан. Так, ух какой-то.
Так, платок. Так, 40-й. 40 на 32 это у нас джинсы, достаточно широкие, следов износа на штанинах нету. Марка ТЮ, размер указан 2XL, вот такая вот футболка хлопковая. Так, марка Топшоп, юбка. 10 английского размера блузка. Также. Так, 36 европейский размер, новое платье, следов износа, соответственно, нет. С него вот такой вот интересный ремешок идет. Так, размер МК, это у нас свитер марки Divided, следов износа на рукавах и воротнике нету. Так, комплект бодиков, здесь у нас должно быть два, или майк, или футболка. Две футболки марки F&F, 100% хлопок указано. Указан состав. Марка New Look, 14 английский размер. Это у нас опять же платье. Марка Polo. Ральф Лорен размер указан. Элька, это у нас футболка Polo размер. Ой, была Banana Republic. 10 английский размер. Женский пиджак. Так. Такой вот боди размер. Здесь я не знаю какой. Следов износа на рукавах, штанинах и воротнике нету. Марка F&F. У нас классические штаны, следов износа также на штанинах нет. Так. Блузка. Ой, блузка, говорю. Водолазка. 11-12 лет указано возраст. Так. Футболка марки Кора. Платье марки New Look, 10 английский размер. Также без следов износа. Хлопковая футболка марки Джордж. Размер указан. Только следов износа также нет. Марка Этом, 12 английский размер, тоже следов износа нету. Так, следующим здесь размер не указан, тем не менее следов износа нет. Так, платье, то также размер не указан. Так, что это? Это, по-моему, футболка, тоже указание размера, к сожалению, нету. Марка Principles, 18 английский размер, это у нас штаны без следов износа. Так. Водолазка, 38 европейский размер, следов износа на рукавах и воротнике нету. Марка Next, вот такой вот платье, наверное. Следов износа также нет. Так, блузка, размер указан S-ка. Новая вещь, опять же. На 7-8 лет джинсы. Тоже без следов износа на штанинах. Штанишки марки M&S. Размер, к сожалению, не указан. Так, бюстгальтер, опять же. Здесь у нас 30D указан размер. Так, еще один платок. Вот такой вот. Так. Надеюсь, 12 месяцев это у нас вот такая вот джинсовая платье. Платьице, точнее, даже можно сказать. Размер L-ка, это у нас мужская рубашка. Следов износа на рукавах и воротнике нету. Так. Марка Next. 18 английский размер. Это у нас куртка. Следов износа на рукавах и воротнике также нет. Размер указан L-ка, это у нас джемпер. Также без следов износа. Так, опять же, новые вещи в упаковке, марка Core & Core. Так, ночная рубашка, я так понимаю, 18 английский размер, следов износа нету на воротнике, так, пуговицы все на месте. Вместе с ней идут штаны или шорты, 18 английский размер. Так, еще одна новая вещь в упаковке, по-моему, это водолазка, марка Pink Shadow написано. Дороти Перкинс, 10 английский, 36 европейский размер. Это еще одни штаны, следов износа также нету. Блузка, 10 английский, 38 европейский размер. Так, юбка. Еще одна вещь в упаковке. Размер, к сожалению, не показан. Марка Атмосфер, 10 английский, 38 европейский размер. Также следов износа на рукавах и воротнике нету. Так. И штаны, видимо, вместе с ним комплекте шли, тоже 12 английский размер. Так, еще один бюстгальтер,
Надо было узнать размер, конечно. 95D указан размер. Так, рубашка. А, блузка. Следов износа также нет. 16 размера у нас новые джинсы марки Next. Халат. Здесь у нас размер не указан. Вместе с ним вот поясок небольшой идет. Так, платье. Тоже надо искать размер. 36 европейский, 8 английский указан. Также без следов износа. Размер ML. Это у нас вот такой вот, такая вот танковка, наверное, может быть. Так. Мужская танковка. Размер указан L-ка. 10 английский размер. Это у нас штаны спортивные. Следов износа также нет у нас штанинах. Так. Поток. Марка Cecil. Это у нас новая майка. Размер указан XL. Так, свитер. Марки H&M, европейский размер указан M-ка. Также шорты. Шорты. Марка Bespoke. Размер здесь, к сожалению, не указан. Это у нас платье. Без следов износа, соответственно. Так, хлопковая майка маленькая. Футболка марки Атмосфера, 10 английский, 38 европейский размер. Также без следов износа марка New Look, 6. 8 английский, 36 европейский размер. Это у нас юбка была. Опять же, марка Pink Shadow. Это, скорее всего, блузка. Может быть, конечно, нет. Марка Top Shop. Вот такая вот железка, наверное, можно назвать. Так. 170-172. Это у нас джинсы. Просто указан. Так, еще одни штаны. Здесь у нас указание размера. Я почему-то не вижу. Так. Куртка. Здесь у нас опять же указание размера нет. Следов износа на воротнике нету. На рукавах также. Размер М-ка. Это у нас майка марки Адмирал. Так. По-моему, юбка. Это у нас размер, к сожалению, нигде не увидеть. Марк Next 14 английский размер. Это у нас юбка, опять же. Так. Женские трусы. Марка Outfit 40-42 размер здесь указан. Марка Wallis 16 английский размер. Вот такое вот платье. Так, еще одни штаны. Марка Ecstasy. Размер указан М-ка, это у нас вот такая вот толстовка трехцветная, следов износа на рукаве, на рукавах и воротнике нету. Так, традиционная игрушка, на этот раз, которая вешается. Мне подсказали, что она вешается, я не знаю, видно или нет. В виде шарика сделана с игрушками. Так, 11-12 лет, это у нас майка. Так, еще блузка на 16 лет. Марка Yours, я так понимаю, это туника, следов износа нет. Марка Divided, размер указан S-ка, это у нас новая танковка. Марка FNF, 10 английский размер, это у нас, опять же, штаны, следов износа на штанах нет. Так, 75D указан размер, это у нас бюстгальтер марки George. Так, марка Papaya, 18 английский размер, это блузка, опять же. Так, галстук Taylor and Wright, размер указан здесь, ну, размер здесь не указан, ну ладно, в принципе, он не должен быть. Так, платье здесь, к сожалению, опять же, размер не указан, у нас платье с ремешком идет, марка Oasis, 16 английский, 42 европейский размер, это пиджак женский, марка Limited на 13-14 лет, вот такие вот джинсы, следов износа нет. Марка Изи, 34-30 указан размер. Это у нас вот такие вот штаны новые. Следов износа на штанинах нету. Марка The Collection. Это платье. К сожалению, размер не указан. Так, туфли. Здесь, к сожалению, указания размера нету. Блузка. Тоже без указания размера. Колготки. 10 ден. Вроде как
Ветровка 32 размер указан. Так, что это такое? Трусы мужские. Боксерки. Размер указан МК. И последняя вещь, которая у нас идет. Женская блузка 12 английский, 38 европейский размер. На этом все.